велик и необъятен. Каждый тембр его имеет свой особенный характер. В каждом созвучии вселенная. Голос органа возвышает душу. Его басы заставляют трепетать стены дворца. Услышав пение органа хотя бы раз, влюбляешься в него навсегда. А сейчас, дорогие друзья, вас ждет сюрприз, так как вместе с органом для вас завоет волынка. И космическая лавина звукового восторга заполнит пространство зала. Подобное фантастическое сочетание тембров и эмоций невероятно. Оно заставит взволнованно биться ваши сердца. Представить себе нечто похожее невозможно. Можно только услышать, чтобы потом никогда не забыть. Старинная галасийская мелодия «Фолиада де Пердусида» исполняют Виталий Целоменов и Александр Новоселов. Thank you.